Добрый день! Приветствую вас на канале Мышцы РФ. Меня зовут Наталья Короткова. Поехали тренироваться! Сегодня вашему вниманию хочу предложить тренировку CrossFit. CrossFit больше после соревновательного такого варианта. Первая связочка у нас будет выпады в прыжке. Далее бёрпе. И скакалка. Три упражнения в четыре подхода. Данная тренировка CrossFit поможет вам всегда быть в хорошем настроении, в прекрасной форме, в тонусе. Ну что ж, первым упражнением мы с вами сделали выпады в прыжке. 30 секунд. Следующее упражнение было бёрпе. 30 секунд. Следующим, третьим упражнением была скакалка. Тоже у нас получается прыжки по 30 секунд. Свободно, раскованно. И таких у нас 4 круга. Ну что ж, отдыхаем. И приступаем к следующей связке. Поехали. У меня подруги и друзья спрашивают: Натали, ну что ты испытываешь? Ты стала абсолютной чемпионкой Питера. Я говорю: да? Это фортуна. Фортуна фитнес-бикини, исключительно первые места, ну, призовые. Все же девочки хороши. И как-то одного человека ставить на приз другого на 5-е, 6-е, 8-е место, они так между собой все похожи, и очень сложно порой отличить, кто кого лучше. Поэтому я себя чувствую, конечно, комфортно. Первое место, абсолютная чемпионка Питера, как классно, очередные регалии, это все очень здорово. Но по большому счету это ничего не приносит. Кроме как, наверное, удовлетворение амбиций, но их у меня особо нет. Я работаю на себя, я работаю именно на достижение каких-то своих профессиональных качеств. Каждый раз открываю с каждой сушкой что-то новое. И поверьте мне, тело, наш разум, безграничное какое-то существо, которое можно изучать и изучать. Поехали тренироваться дальше. Мы сейчас делаем с вами подтягивание в 3x спина. Руки, безусловно, включаются тоже на 100%. Далее у нас отжимание от боссу. Там у нас в статике очень здорово включаются мышцы живота, мышцы корсета, кора с подтяжкой ног. Здесь в каждом упражнении у нас по 30 секунд дается, и, соответственно, мы отдыхаем тоже ориентировочно 30 секунд, то есть до восстановления дыхания. Далее следует третье упражнение – скакалка. Опять же, таких 4 круга. Дали титул абсолютной чемпионки Питера. Сейчас с ребятами поспорила, они сказали, что если ты чемпионка, должна долезть до конца данного каната. Если я этого не сделаю, значит, все-таки я даю им свой титул. Они будут носить его долго, вечно и почетно. Полезли? Я это сделала! Теперь клава слизь. Все. Very good. Фитнес – это здоровье, это счастье, это улыбка. В 34 белых зуба. О, 34. Сейчас мы делаем пресс на кольцах. 5 подходов до отказа, до бесконечности. Кольца являются нестабильным оборудованием.
Соответственно, при подъеме ног очень важно держать координацию движений. Безусловно, что развивается вестибулярный аппарат, поэтому я вношу в свою тренировку кроссфита обязательно подъемы пресса на кольцах. Еще также можно делать кучу акробатических элементов с помощью данных устройств. Мне очень часто в интернете пишут, и девочки спрашивают: «Натали, ты моя мотивашка, Натали, как у тебя удается вдохновлять и вдохновляться, постоянно соревноваться, быть в хорошей форме?» А все очень просто. Меня мотивирует лично меня обычная тренировка. Знаете, есть очень культовая звезда, зовут ее Мадонна, она тренируется каждый день. На моем опыте и в моей жизни было как? То есть я очень импульсивный, очень живой и гиперэнергичный человек. Мне тренироваться необходимо каждый день, потому что у меня энергия через край. То есть я стараюсь и жизнью своей заниматься, учиться чему-то новому, и, безусловно, у меня работа связана с фитнесом. Я помимо своих тренировок еще людей тренирую. Это моя жизнь. Я не знаю, это для меня как чистить зубы. То есть встать, прийти на тренировку, сделать что-то новое, свежее, зарядиться, именно зарядиться. Не убить себя, а позитивно умереть и воскреснуть. То есть это ощущение, которое только может понять человек, который себя преодолел и заставил себя понять и полюбить этот вид спорта. Просто фитнес. Он может быть разнообразным. Он может быть и волейбол, он может быть и баскетбол. Да все что угодно. Кроссфит, бодибилдинг, пауэрлифтинг. У всех свое выражение, у всех своя ментальность, у всех свое видение себя в спорте. Поэтому просто начните заниматься, и вы определитесь, что вам больше всего подходит. С вами была Наталья Короткова. Всего доброго. Мотивируйте себя и будьте счастливы.